За победу за наших! Дзюдоисты из 15 муниципалитетов Дагестана сошлись на открытом республиканском турнире в Агульском районе. Право стать лучшим в спортзале села Тпиг оспаривали юноши в возрасте до 18 лет. Ежегодные соревнования в честь Героя России Зулькаида Каидова посвятили Дню России. Курбан Рагимов продолжит. Эффектные броски, приемы и захваты. Юные дзюдоисты показывают всю красоту своего вида спорта. Второй республиканский турнир на призы Зулькаида Каидова собрал более 200 спортсменов. Махачкала, Дербент и Кизилюрт, Хиф, Маджалис и Чинар. Свой состав привезла и спортшкола из Краснодара. Все это лишь половина команд, приехавших в Высокогорно-Агульский район бороться за первые места. Республика Дагестан – это самая многонациональная республика среди субъектов Российской Федерации, где на такой маленькой площади проживает столько коренных народов, и наша история не знала конфликта на межнациональной основе. Почему? Потому что наши предки нам завещали вот так жить, у них этого не было. Поэтому мы тоже это должны продолжить, эти традиции. А проведение таких мероприятий, спортивных и других, только укрепляет эти отношения. Почему? Потому что здесь очень много людей с разных национальностей принимают участие, с разных районов и городов. Они приобщаются к традициям, обычаям, к кухне агульского народа. То, что вот в Агульском районе поддерживают спорт, особенно поддерживают вид борьбы дзюдо, это очень приятно нам, как дзюдоистам, как тренерам, как судьям по дзюдо. Ну, сегодня прекрасный праздник, очень много почетных гостей. В прошлом году тоже был аналогичный турнир, очень прошел хорошо. Сегодня, вот сейчас тоже, этот турнир проходит на самом высоком уровне. Тренера постарались, очень спортсмены очень хорошо подготовлены. Яркие по накалу схватки дзюдоисты выдавали еще с самой ранней стадии. За всем этим зрелищем наблюдало много почетных гостей. Мероприятия посетили руководители региональных министерств и ведомств, а также гости из муниципалитетов республики и субъектов страны. На самом деле спорт – это тот отрасль, который нас всех объединяет. И на самом деле мы сегодня видим здесь в зале очень много гостей разных национальностей, разных городов, со всей республики приехали. И турнир проходит на очень высоком организационном уровне. Очень хотелось бы пожелать Агульскому району, прекрасному, горному, красивому, все гости, которые здесь сегодня находятся, я вижу, мы вне зала, вне борцовских ковров, мы встречаемся, общаемся, все довольны, все радостные. Я первый раз, когда приехал, оставил душу в этом месте. Очень сильно понравилось. Природа, сама обстановка на высшем уровне, гостеприимство. Турнир проводим уже как бы второй год. Я думаю, иншаллах, он будет уже ежегодным турниром, который мы будем проводить в нашем Агульском районе. Это как бы стал праздник уже, праздник Агульского района, где собираются все выходцы из всей республики. И что хочу сказать о самом турнире, он организован на самом высшем уровне, благодаря, конечно, нашему главе Каидову Закиру Гусейновичу. Вот. Сегодня много гостей приехали, которые стали участвовать. Обладателей медалей и грамот, а также ценных призов определяли в 13 весовых категориях. Победителей награждал сам Герой России Зулькаид Каидов. К этому турниру в районе подготовились основательно. Участие в таких статусных соревнованиях, считают организаторы, станет хорошим стимулом для всей агульской молодежи сегодня и в будущем. Курбан Рагимов, Мурадбек Барзов, телеканал ННТ.